Дорогие друзья, всех вас приветствуем на нашем канале invalidnykoliaski.ru. Сегодня мы вам предоставляем обзор на коляску Motobox B500 2015 года выпуска с электрорегулировкой угла наклона спинки и электрорегулировкой угла наклона сидения в 45 градусов. Движки у коляски 350-ваттные, скорость коляски составляет 10 км в час. Давайте посмотрим, какая комплектация у данной модели. Первое, что мы видим, да, это угол наклона спинки электрический и электрическая регулировка угла наклона сидения. Также присутствует держатель пульта с параллельным отведением, электроосвещение. И моноподножка с металлической опорой для стоп. Данная подножка отводится в сторону, в правую сторону. Также саму подножку, само крепление можно снять. Снимается таким же планом, как и у колясок с стандартными подножками. Отводится в сторону и вытаскивается. Обратите внимание на подлокотники. Подлокотники с накладками из эко-кожи. Сама спинка и сиденье выполнены также из эко-кожи с контурными обозначениями. То есть здесь не выражены контуры. Также присутствует ремень с металлической пряжкой. Все регулируется от пульта управления. Есть задние амортизаторы для мягкости хода и антиопрокидыватели. Антиопрокидыватели при желании можно демонтировать, если никаких проблем не составит. Плюс еще здесь есть крепление для автомобиля. Скорость 10 км в час. Здесь установлены гелевые аккумуляторы фирмы Sennheiser мощностью 56 ампер-часов. Коляска, еще раз напоминаю, 2015 года. Она у нас есть в магазине. Вы можете приехать ее попробовать, протестировать. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы по поводу данной модели, дополнительное фото, видео мы всегда можем вам предоставить в наших мессенджерах, WhatsApp, Viber, Telegram-канале. Обращаю ваше внимание, что Instagram у нас работает неисправно. Поэтому не всегда получается вовремя ответить на ваши вопросы именно в Инстаграме. Поэтому лучше всего пишите нам либо в Телеграм, либо на YouTube, либо на WhatsApp. А еще лучше звоните нам. Сейчас мы немножко на ней проедемся, покажем, как она в движении. Скорость не максимальная, поэтому не обращайте внимания. Сиденье само по себе достаточно удобное и комфортное, нежели как стандартное. Ну что ж, друзья,
Коляска у нас в наличии, поэтому, пожалуйста, звоните и пишите нам. Также не забываем, что мы принимаем заказы на новые коляски компании Ottobock Yuva B4, B5. Звоните, пишите нам, мы составим вместе с вами бланк заказа на данные коляски. Вас я проконсультирую, расскажу по всем необходимым опциям, и мы с вами составим коляску по вашим необходимым вам потребностям. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наши каналы и ставьте лайки.